История офтальмологии в России начинается в первой четверти века XIX. Тогда в Санкт-Петербурге в военно-медицинской академии была создана самостоятельная кафедра офтальмологии, первая в стране и вторая в мире, и специализированная глазная лечебница. «И сладок свет, и благо очам видит солнце». Востребованность и передовая лечебная и научная деятельность. Это традиции отечественных офтальмологов, принятые в 1900 году и бережно передающиеся сотрудниками кафедры Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Без преувеличения, технологии и оборудование будущего используют врачи в работе, в обследовании пациентов, в изучении болезни глаз и разработке методов лечения. В конце века 20-го под руководством профессора Атари Александровича Джелиашвили был осуществлен переход на уровень микрохирургии. Уважаемые коллеги, в феврале 1975 года министр здравоохранения СССР подписал приказ об организации Центра микрохирургии глаза на базе нашей кафедры. Катаракта лишает людей зрения во всем мире и уверенно держит первенство среди причин слепоты. Эффективное хирургическое вмешательство сейчас – это возможность сохранить глаза и быть зрячим. Называется операция «факоэмульсификация с имплантацией гибкого искусственного хрусталика». Она является рутиной и выполняется более 2000 раз в год. Я должен заметить, что за рубежом таких работ тоже нет, потому что... Материала очень много, и очень бы хотелось увидеть по этому поводу больше интересных публикаций, потому что практически... Это тоже очень интересная изюминка этой работы. Мне кажется, исследование, это получается, 2 года. Очень хорошо. Хотелось. А вот вместе... Востребованность клиники сложно переоценить. Помощь людям с заболеваниями глаз и травмами, и лазерная коррекция зрения, и косметические вмешательства. Востребованность кафедры в научных разработках для внедрения в производство и в сотрудничестве с кафедрами и институтами университета и международными коллективами, и организация процесса обучения на каждой ступени подготовки студентов и врачей-специалистов и научных сотрудников.